Здравствуйте, я Михаил Вагин, редактор проекта «Место происшествия», и в данный момент я и мои коллеги готовим свежий выпуск нашей программы. Смотрите сегодня в выпуске. Задушил поясом от халата. Затянул буквально несколько секунд. В Кирове по обвинению в убийстве родной матери арестован местный житель Евгений Головизнин. Дерзкий подросток. Ты зачем лазил в магазин? На минусу, убери это, тебе в жопу я засуну. С ножом за канцтоварами отправился 16-летний молодой человек на улице труда. Потерял контроль. В слободе Сашени камера зафиксировала, как водитель Audi не справился с управлением и совершил ДТП. Подробности этих и других происшествий смотрите сегодня вечером на Первом городском канале. Не пропустите!